Семена душистого горошка бело-фиолетового, Bellofila latavii, уже через 3-4 недели после посадки порадуют красивым, дружным цветением. Это декоративный однолетник, плоды непригодны в пищу. Используется чаще всего для вертикального озеленения беседок, цветников, палисадников. Начинает цвести с мая и заканчивает при первых осенних заморозках. Бутоны крупные, приятно бело-фиолетовой расцветки, обильно покрывают стебель. Горошек нетребователен к почвам, устойчив к засухе, хорошо переносит неблагоприятные погодные условия. Предпочитает солнечные местоположения, но цветет и в полутени. Душистый горошек бело-фиолетовый – это однолетнее растение. Горох прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Расцветает душистый горошек бело-фиолетовый в месяцы июль, май, июнь, август, сентябрь, октябрь. Цветок окрашен в белый, фиолетовый цвет. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.